Дружба народов, единство, культура и кухня, национальные особенности, обряды и обычаи – все эти темы были раскрыты в выступлениях команд различных чистопольских образовательных учреждений. Жюри фестиваля оценили участников по самым различным критериям, основными из которых были креатив, артистичность и информационная составляющая. Все команды конкурса отличились своими выступлениями, танцы, песни, стихи, постановки, презентации и главное – огромное количество позитива и положительных эмоций. В единстве наша сила, слова, выбранные не случайно. Ведь Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, представители свыше 173 национальностей проживают на территории республики. В том числе 8 национальностей, численность населения которых превышала 10 тысяч человек. Татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы и башкиры. Огромное количество национальностей не мешает жителям Татарстана жить в согласии, дружбе, взаимопонимании.